Или за рубежом, или где-то в России, моя рода повсюду красива. Ой, Андрюша, ну ты смотри, мы стоим на фоне елочки, на фоне Снегурочки, на фоне Деда Мороза. Ну должно же сегодня произойти вот это вот то самое новогоднее чудо. Ты понимаешь, про что я говорю или нет, а? Нет, мы сегодня с тобой поедем открывать контейнеры, где я надеюсь, нам нехило повезет, и мы нереально разбогатеем. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромный привет. С вами сегодня, как всегда, Олежа Кофе со мной сегодня. Андрюшенька и Дефай, добро пожаловать в выживание в мире криминальной России на седьмой сервачок Радамирчика. Ну что, Андрюха, готов сегодня пооткрывать контейнеры по поводу программы? Или как обычно, заслышишь, а? Я знаешь, я готов на своем мустанге покататься лучше. Вот это я понимаю. Давай, смотри, чтобы проверить нашу сегодняшнюю удачу, для начала я предлагаю зайти в магазин и сделать это. Я передумал. Не, ну это чисто, я открою один лотерей. Только. Слово ничего не стоит. А зайди в магазин. Ема тут понаставили, конечно, барахла просто понаскидывали-то, а. Короче, смотри, ну тут нормально, что посмотри, какой кассир в магазине. Ты просто зайди, посмотри на это, а. Я клянусь, мы не заходили внутрь, просто глянь. Ты видишь вот это все? Ты посмотри на кассе. Это просто пиздец. Нормально, что тигров. Так, вам ладно, пакет пробить? Я хочу лишь только купить один лотерейный билетик, соответственно, да, и просто посмотреть вообще, что может вам находиться внутри него. Нет, чтобы просто проверить свою удачу на сегодняшний день. Чего? Тут тигр ебет кролика. В данном случае я тигр, а ты кролик. Наоборот, вообще-то ты что, прикалываешь, что ли, а? Я тебе втал. Слушай, ну косарь с билетика нормально. Вот такая вот удача, вот так мы ее проверили сегодня, ребята, да, все. В целом, да. Вам нужно тогда не ехать на контейнеры, судя по всему, потому что нам сегодня снова не повезет, как это было в прошлый раз. Ну ладно, я реально надеюсь, что сегодня просто уже на протяжении нескольких видосов нам на контейнерах нереально не везло. То есть эта система работала в обратную сторону, не знаю. Нам очень долго везло, а теперь нам вообще не везет. Поэтому надеюсь, что сегодня мы прервем вот эту полосу неудачи, сегодня повыбиваем что-нибудь реально стоящее и эксклюзивное. Поэтому, ребята, перед началом ролика вам обязательно желаю приятного просмотра, обязательно приятного аппетита, не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и, конечно же, подписываться на канал. Ну и промокодики тоже не забываем вводить, там получаете просто нехилые такие бонусы при достижении определенного уровня, поэтому, ребята, обязательно все полезное в описании. Ну что, Андрюха, твои ставки на сегодняшний день, как думаешь, повезет нам сегодня с чем-то или не повезет? Или будет как обычно? Как хотелось. Ты что, на толчке сидишь там или что, я не понимаю? Это что такое там у тебя было, а? Ну, после таких слов, надеюсь, не повезет. Ладно, ребята, будем ждать спавна и начнем. Ну что, Андрюха, погнали, начинаем с первого контейнера. И надеюсь, что с первого контейнера сегодня мы сразу уходим в миллиардный угол. Мы выбиваем Дима, мы выбиваем ЦЛК и просто выходим отсюда самыми счастливыми. Ну что ты меня бьешь, грудина такой вонючая, да? Иди дальше, на туалете сиди. Ну что, ну я за оружием поеду. Ну не надо, пожалуйста, все, прости. Все, пожалуйста, прости. Ну заебал мне трогать. Ну прости, все. Я тебя трогаю. Ты мне сказал, что мне из контейнера сегодня ничего не выпадет. Ты изначально желаешь лишь только зла, понимаешь? Ты не хочешь, чтобы выпадало что-то хорошее, что-то стоящее, действительно. За оскорбление? За оскорбление. Ты всегда так себя ведешь, так что не надо. СЛС, это говно. Нормально. Ах ты какой ушлепок, а. Нет, ну на самом деле не такая уж и плохая машина. Мы в ноль ушли, 15800. Мы даже окупились немножко. Не так уж и плохо на самом деле. Мы в плюсе. Так, мы окупили сейчас. Не сильно, но окупились. Ну, это не считается. Для меня окуп это в миллионы, То есть, когда мы. Ну мы вот окупили сейчас на 650 тысяч. Ну это же нормально, это же вообще хорошо. Ну мы же не ушли в минус, поэтому это вообще достойно. На пятом серваке я подумал бы, что это хуйня. Вот здесь, конечно, я понял бы, что это охуенно. Ну для тебя, Андрюша, 650 тысяч на седьмом сервачке, это деньги, конечно, огромные, понимаешь? Для меня это состояние. Вот, я тебе про это и говорю, поэтому не надо обесценивать копеечки, понимаешь? Вообще ни в коем случае. Как говорится, копейка рубль бережет, между прочим. 5 копеек себе в морду, сука. За что сейчас вообще? Я не понял, нормально вообще? Какие 5 копеек в морду? Ты что несешь такое, а? Так, ладно, второй контейнер. По звуку слышу что-то хорошее. Чуечка моя подсказывает. Ну и. На тебе, вот хорошая, Максим. Мне нравится тачка Макса. Да ведро какое-то, реально. Ну-ка, Максиму не скидывайте, пожалуйста. Так, ну дубатки больше нету, будем ждать. Ну смотри, мы пока в минусе на самом деле. В нормальном таком минусе. Ну, Олег, а морда Мустанга от 1 до 10, Олег? 10, конечно, нет. Ну, Мустанг это легенда. Тут никого по-другому и не скажешь. Ладно, на самом деле сегодня, когда я заходил на сервачок, у меня была чуечка, что сегодня нам повезет. Да, как ладно. Я понимаю, Андрюха, у тебя такой интуиции нету, да? Она работает в обратную сторону, да? Я на это надеюсь. Не, ну просто объективно даже рассуждая, у нас давно не было чего-то прям такого вау. Ну хотя ладно, в прошлом ролике мы заехали, два контейнера открыли, там, конечно, было вау, но все равно. Это было вау. Так, погоди, пожалуйста. А что это такое?
Это что такое, погоди? Стой, не продавай, подожди, сколько стоит? Ооо, 53 ляма! Это ой. Bentley 8 литр. Ля, реально? А погоди, а сколько? Это же вообще супер эксклюзив, я ни разу ее вообще не видел. Не, на самом деле она на БУ не ценится. Она не здесь, ценится? Ты дороже здесь ее продашь, чем на БУ. Реально? Но ты, потому, сейчас, она... ты сейчас не врешь, ты меня не, сейчас не обманываешь. Не, сейчас не вру, она реально, она, ну хочешь забери ее, она очень медленная, типа, и поэтому она типа не особо здесь ценится. Блин. Она прям очень медленная. Ну, она чисто, знаешь, типа в коллекцию здесь. Ну блин, ну вообще она, я ни разу ее не выбивал, это же вообще... Я не знаю, нет, мне говорили, что на пятом серваке точно она дешевле продается, чем даже в контейнере, то есть она вообще ничего не стоит. Блин. Ну а так она, конечно, да, это эксклюзив. Блин, ну посмотрите, какой эксклюзив-то, а? Блин, а я не знаю, что забирать, не забирать мне вообще эту машину. Ну, ну, типа... Можешь, конечно, чисто для себя забрать. Ну давай чисто для себя заберу, так, чисто на память соответственно. Ну ей, это же прям жесткий раритет, это же жесткий прям эксклюзив. Ну для прям превьюхи же надо сделать. Ну типа, конечно, да все понимаю. Ну ладно, эту тачку, а ну-ка, где она? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребята, что это такое-то? Я же говорил, моя чучка меня не подводит, я же говорил, что сегодня, ну вообще, моя чучка рассчитывала на что-то более жирное, соответственно. Да? А, вы не можете иметь более 9 личных транспортных средств, да? Так, ладно, сейчас мы быренько решим этот вопрос, ребята, и продолжим открывать контейнеры. Ну что ж, мы приступаем, возвращаемся обратно к... Все нормально, ты что орешь так, я не понимаю. Это телек так делал. Это нормально вообще? Короче, значит, вообще моя чуечка сегодня рассчитывала на что-то более жирное, соответственно, да? Мне безумно приятно, что мы выбили сегодня такой эксклюзив. Это вообще, это реально классно, да? Но вот мне интересно, нет, я понимаю, но так это, ну, в смысле, эта машина не должна, мне кажется, быстро ехать. Это же так никак. Ну, блин, да. У тебя, по-моему, на пятом сервере, да, была такая машина? У тебя, по-моему, в коллекции она стояла. Вот. Она так, ну смотри, смотрим дальше, потому что мне кажется, что это еще не все на сегодняшний день. Что-то мне подсказывает. Ну, ё-моё, ну что за холодос этот, а? Он еще замороженный такой, фу, противный. 10 лямов получили, ладно, нормально. Ну что ж, давайте будем ждать следующие контейнеры. Но пока вот за счет того, что мы забрали Бентли, мы, соответственно, в минусе. Ну как, вообще в плюсе? Ну из-за того, что мы забрали именно по деньгам. Нормально все, нормально. Пока держимся. 40 лямов осталось, а было 60, так что в целом пока что нормально. Ну что ж, 3 секунды до открытия следующего контейнера, внутри которого находится барабанная дробь. И там говно. Ну, нормально в целом, типа, ну, неплохо. Да я, типа, давайте пока я не посмотрю. Да там гелик, ну, да, там гелик 6 на 6. Ну, а, нормально. Ну, 13500, мы в минусе на 2 ляма, на полтора. Нормально. Самое главное, затерпеть этот момент, просто забыть про него. Такой исход мне нравится. Как будто бы его... Ну, офигел вообще, а. Я что-то порадоваться за друга своего, а, по-человечески. Я радуюсь, Олег, круто тебе, мне око, красава, молодец. Спасибо большое. Вот эта дружеская поддержка, спасибо большое, Андрюша, да. Так, ну хорошо, после слива, по идее, сейчас должно что-то пойти нормально, ну то есть хорошо. Надеюсь. Ну, чуечка моя мне подсказывает опять же, что это еще не конец. Что мы не закончим на Бентли, что сегодня будет что-то еще. Поэтому, смотри, именно из этого контейнера падает то самое сокровенное, ради чего мы бились и старались так долго. И это. Ну, нормально. Да. Нормально. Но самое главное. Не, ну нормально, че, типа 14600, мы в минусе, классно. Нормально, что сказать, че, нормально. Ну че, Андрюха, чуечка твоя подсказывает, что находится внутри этого контейнера, а? Ну давай попробуем угадать заранее. Мне кажется, это будет Бэха. Смотри, это BMW. Давай хотя бы с марками будем просто угадывать. Это BMW. Ну нормально, кстати, нормально. Нормально. Но это ничего не выпало. Это Porsche. Ну, это 959 Porsche. У меня просто 10 лямов. Ну а что сказать? Мы в минусе, в большом минусе. Так, хорошо. Давай, как думаешь, у нас просто тут еще в этой партии еще 3 контейнера до базки. Поэтому нормально. Смотри, мне кажется, я вот чуечка моя подсказывает. Так, ну вот смотри, я за тебя стою, давай сейчас. Смотри, это либо Ferrari. Либо BMW, смотри. Давай, смотри, ты говоришь, а я потом тоже, смотри, короче, говорю, и ты после этого открываешь. Ну вот, так он, ну вот, смотри, либо BMW, либо Ferrari, мне кажется. Так, ты сразу не открывай, давай пока я. Как я сразу-то, он уже автоматически открывается. Как я сразу-то не открываю-то, а? В смысле, ты что? Давай. Ну вот, смотри, я говорю, сейчас либо BMW, либо Ferrari будет. Я тебе отвечаю, смотри. А ну-ка, смотрим, наблюдаем. Мерседес, я думаю. Думаешь, Мерседес, да? Интересно, а как же ты это угадал, а? Интересно, как? Я не знаю, я же тебя стою. Ты же камеры свои вот это можешь двигать. Да. Думаешь, я такой тупой, да? Так, а чё? О, ну, кстати, 15800, это 223, да? Да, 223. Я очень тупой. Ну, нормально, на 650 тысяч выкупим. Но чё-то как-то вообще на месте стоим, вообще и не туда, и не сюда. Мне вообще почему-то кажется, что это будет какой-нибудь гелик вообще, не? Типа 6 на 6, скорее всего. Либо BMW M2. Вот что-то вот что-то из этого, по идее. Ламборгини, Авентадор, либо Хуракан. Ну, нет. Хуракан мы вообще, по-моему, ни разу не выбивали из дубайского. Он вообще, мне кажется, из дубайского. Мы ни разу Хуракан не выбивали из дубайского, только Авентадоры всякие и все. Ни разу Хуракан у нас из дубайского, вообще ни разу. Ну, так, не было. Смотрим, наблюдаем, и это... Давай.
ну опять Мерседес, да что ж такое-то, да? Так, а погоди, сколько стоит? 10500, да что ж такое-то, ну мы вообще сегодня купимся хотя бы раз-то или нет, я не понимаю, да? Ну нет, ну, не, ладно, хорошо, один раз мы окупились, да, это факт, но это единственный случай, за сегодняшний день. Это плохо, это очень плохо. Я рассчитывал сегодня на ссылку, а на диву, соответственно, да. Тут Олег в чате продают бутылки 37 штук, чтобы ты садился. Ты дубой вообще, а? Ну ты же любишь. Ты нормально, Андрей, ты же постоянно прикрываешься вот этим, специально меня подкалываешь, но я же знаю, что ты любишь этим заниматься, Андрюша. Я когда в Питер тебе в гости приехал, у тебя там целый склад дома бутылок валялся, ты что, гонишь что ли, а? Я замужем поехал. Ладно, стой, не надо, я если что не был в гостях у Андрея. Ну видел все это на вебке. Так, ой, а сколько она стоит? Сколько? 12500. Ну ладно, нормально. Терпим, мы терпелы сегодня, судя по всему, да? А по-другому ты и не скажешь. Ну где вот это новогоднее чудо, про которое я говорил в самом начале? Где новогоднее чудо? Скажите, пожалуйста, где подарок на Новый год, а? Может быть, он находится внутри этого контейнера, а? И это... Ну, нормально, ну тоже как бы неплохо на самом деле, да? Потому что, ну, 18 лямов, нормально, в плюсе, хорошо. Да. Ну, Андрюша, ну, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы... Чтобы не выползет в контейнере, ты это трахнешь. Не, нормально, все несешь такое вообще. Ой, привет, Андрюша, ты что-то делаешь, а? Иди отсюда. Так, это погоди, ну 19500, нормально. Нобель М600. Так, где-то еще был Кубанский в самом начале. Нобелевская машина. Вы видели, вместо Нобелевской премии давали машину Нобель? Ну, кстати, неплохо, на самом деле, свою машину нормально. Чтобы профессор какой-нибудь разгибался. Ну не, ну так же тоже нельзя, Андрюша, до чего, а? Не, ну что-то я сегодня пока вообще, честно говоря, не рад вообще, правда, да, потому что, как бы, да, мы выбили Бентли, но, как говорит Андрей, это вообще не ликвид, и, по сути, мы просто эту машину кладем в коллекцию нашего автопарка, да? А, то есть, ну, по сути, это просто коллекционная машина, которая стоит, пылится и все. Но хочется выбить что-то действительно стоящее, что-то прям такое необычное. Дерьмовая что-то, коллекция. Что-то типа дива, что-то, я не знаю, типа целка. То есть, ну, машина, которая, ну, прям вау. То есть прям, ну вообще, ко прям мне офигеть. На пятый зайди, посмотри коллекцию, а у тебя дерьмо, не коллекция. Ты нормальный вообще, Андрей, я только начал развиваться, ты что, прикалываешься, что ли, а? Понятно, Винтадор, спасибо большое, отлично, хорошее начало, 15200, мы в минусе, дай. Ладно, надо просто успокоиться и поверить все-таки, что чудо не за горами, рано или поздно мы увидим то самое сокровище. Так, это, по-моему, да, Acura нормально, у нас, да? Нормально, это, по-моему, да, хорошо, Acura отлично. 11700. Да, это Acura NSX. Вот это я понимаю. Вот это классно! Спасибо за новогодний подарок. Спасибо за... Ладно, хотя нет. Что это? Погоди, стоп. Что-то я гнать реально начал. Что-то я совсем забыл про это. Новогодний подарок-то был. Я же выбил Lamborghini Countach, соответственно. У меня да, ключ легендарный. Есть. Вот, поэтому, ну и тем более, у Андрюша ключ есть, поэтому... Не, ладно. Новогодний подарок был, ребята. Это нихуя не в тему, правда. Что-то я забыл совсем, что мы выбивали с вами Lamborghini Countach, соответственно, да, из кейса. Поэтому, ладно, новогодний подарок был. Итак, возможно, то самое новогоднее чудо находится в этом контейнере. И, возможно, прямо сейчас мы разбогатеем и станем супер-мега-миллиардерами. Да. Отлично. Заебись. Вот это нравится. Я понимаю. Вот это да. Вот это круто. Вот это классно. Как мне это нравится. Пожалуйста, просто пожалуйста. Ну что еще нужно сделать, чтобы выбыло что-то на... О, это хорошо. Наконец-таки, наныли. 41-800, Госка 55. Нормально. Так, ну Кулинан я точно продаю, потому что он мне не нужен, потому что он у нас уже был, соответственно, мы его с вами уже... А, нет, стой, погоди, я его не забирал, кстати, по-моему, да. Ну, а так или иначе... Олег, куда так я побежал, погоди? Наныл. Неправда, неправда. Ну, наконец-таки, что-то стоящее, что-то хорошее на выбыло, помимо Бентли. Это хорошо, это прекрасно. Так, надо что-то еще, наверное, сказать, да, чтобы нам снова что-то выпало хорошее, да? То есть надо... Хорошо, мы посылаем прямо сейчас в космос, соответственно, лишь только положительной энергию. Да. Мы просим о самом наилучшем дропе, да. Мы говорим, что Андрюша самый хороший человек на Земле. И того мы заслуживаем карму, максимально хорошую, добрую карму. И того. Я уже, бред, просто полную несу, я не знаю. Я уже не знаю, просто что нужно делать, чтобы выбить. Мы говорим, что Олег кофе наныл себе скин. Наныл. Не было такого. Ну смотри, вот сейчас. Ой, что-то большое, по-моему, да? 6x6, походу, да, гелик? 6x6, походу, гелик. Да, нет, 6x6 гелик. О, М2 быха. Нормально. Она купает. Так, ну да,
окупает, но не намного, не намного. Делаем ставки, что находится внутри этого контейнера. Мне кажется, там Феррари. Смотри, Феррари, Феррари, Феррари. Смотри, наныл. Ну, если бы седан, было бы хуёво. 18250. Нормально, нормально, нормально. Так, походу, что-то интуиция мне подсказывает, что дела, наконец-таки, у нас пошли в гору. Походу, что-то мы встали на нормальную полосу, соответственно, мы перешли через полосу неудач, и, походу, что-то реально посыпалось, потому что уже сколько контейнеров подряд мы начали выбивать хотя бы что-то в плюс. Это хорошо. Слушай, ну на самом деле, знаешь, чего давно не было? Давно не было шерфа, на самом деле, мне кажется, что в один из моментов он обязательно должен появиться, понимаешь, да? Так, ну, винтадорчик, нормально, нормально. Блин, но я уверен на 100%, что шерф где-то вот прям не за горами. Вот эта вот машина за 3 ляма, за 2, она вот прям где-то не за горами, совсем скоро мы ее 100% выбьем. Стой, погоди, там что-то большое, только не шерф, только не шерф, я только говорю. Это 6 на 6, да? Это 6 мало стоит, да. Это 6 на 6, ну, по-моему, да. Ну, по-моему, он стоит, ну, 13500, велоцираптор в целом неплохо, но у нас тут еще 2 дубаских, поэтому это еще не конец. Стой, там снова что-то большое, там снова, только не шерф, только не шерф, только не шерф, только... Ламборгини, ну, по-моему, да, 18200. Вот на каждый раз мы, чтобы не выбили, там просто либо в плюс, либо в минус на 2-3 ляма. Но не больше, вот просто я не понимаю, что за день сегодня такой реально. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, и прямо сейчас из контейнера. Ну, понятно. Да. Для кого я стараюсь, ну для кого я стараюсь, для кого я не понимаю, да? Так, ладно, я предлагаю на самом деле открыть 3 последних контейнера, посмотреть, что находится внутри них, соответственно. И после этого мы с вами еще, ребята, откроем новогодние кейсики. Поэтому сегодня у нас программа насыщенная, как обычно. 1, 2, 3, let's go! И по 3, давай, ну что-нибудь хорошее, пожалуйста. И это, ну опять. Но, ну, кстати, вот красного опять цвета, на удивление. Она обычно черного цвета всегда падала, а тут бам, с красного цвета. Так, ну это, нам еще 2 контейнера остается открыть. Поэтому еще не все потеряно, Андрюша, дорогой, понимаешь? Еще у нас еще есть шанс, у нас еще есть он. Слушайте, ну на самом деле, реально, давно не было ширпа. Ой, что-то большое, Андрей. Что-то большое, что-то гигантское. А я не буду смотреть. Не, погоди, что-то большое. Ой, нет. Ой, нет. Нет. 8 лямов, ну почему? Почему все заканчиваться должно именно так? Ну ладно, возможно, последний контейнер нас приятно удивит. Я очень сильно прошу, последний контейнер, ну сделай ты нам подарочек, пожалуйста, давай. Нет, я знаю, не что делай, ты можешь. Хватит, давай, я знаю, что можешь находиться тебе внутри тебя что-то не нормальное. Надо, пожалуйста, нет, давай нет, закончим нет, красиво. Нет, 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 ой, хорошо. Олег, ну закончили красиво. Ну почему? Почему именно так? Ну ладно, на самом деле. А теперь открывай. Давай, давай посмотрим, что это у нас. Смотри, такое. Кстати, Олег, она еще праворульная. Так она помимо того, что праворульная, ты посмотри, как у нее двери-то еще открываются. Я сзади, блин, открываю. Так, стоп, это Бентли, да? Это Бентли именно, да. Правильно, да? Ой, звук, звук бодрый, Олег. А звук-то какой, ой-ой-ой. Слушай, ну не, эта машина просто, ну реально, она должна, ну, во-первых, находиться в гараже где-то, под навесом где-то стоять хотя видишь, бы. Видишь, нам жаль, Олег, она вся в снегу. Ты смотри, как мы едем быстро, ты видишь эту скорость? Ну, не, ну эта машина не должна ехать быстро, это чисто статусная машина, ты понимаешь? Это машина для, я не знаю, ну авторитетная просто еще, но по-другому как ты не нахуй скажешь. Какой статусная, я сейчас, блядь, как по голове дам нахуй сзади, ты можешь сказать, не что ли, а? Ну блин, ты просто посмотри, какая машина, Андрей, а? Не, ну, Олег, ну, если она статусная для авторитета, она должна быть точно не у тебя. Не, ты офигел вообще, а? Ну неужели тебе не нравится эта машина, скажи мне, пожалуйста, неужели не, тебе? Не, ну она в коллекцию, да, мразь. Ладно, я сам упал, а сам ты упал, я немного не рассчитал. Немного не рассчитал, но так или иначе. Так, ладно, ребята, мы сейчас с вами. Мы сейчас с вами. Да мы, в смысле, мы помыть его отмыли от снега заодно. Нормально. Мы сейчас с вами начнем открывать кейсы. Сегодня мы с вами откроем 50 новогодних кейсов. Посмотрим. Вдруг сегодня в них повезет, кто его знает. Поэтому не переключаемся. Надеюсь, что нам сегодня там будет сопутствовать полная удача. А че ты трутень переоделся, да? Водички промокли, что я не понимаю, да? Да, блять, износ. А ну-ка пошел. Износ. А, износ, да. А, ЗЗ, да, не убить меня, да. А, грустно как, наверное, да? Так, ладно, мы приступаем, соответственно, к открытию новогодних кейсов. И сейчас, бля, нам падает, и сейчас нам падает Бентли на гусенице. Конечно же нет, конечно же этого не будет. Скутер на гусенице. Скутер на гусенице. Кстати, прикинь, скутер на гусенице, это вообще было прикольно, не? Чит, ну это снегоход был бы тогда, получается, такого же настояния. Да. Так, а Тойота у нас выпала, смотри какая, а то это, как Олег, давай после, сразу после кейса за снегоходом поедем. Знаешь, конечно, давай, давай, давай. Так, это что-то можно купить, реально. Ой, парень, черт, а не, снегоход не надо, спасибо большое, не нуждаюсь. Вот орел, салон подъезжает. А не. Реально вообще. Это сейчас что такое было вообще? Ты чего, а? Давай, давай, давай.
Давай, что-нибудь нормальное, давай! Ну, конечно, да, конечно, это будет скутер. Конечно, это будет скутер. А как иначе-то, а? Ну, давай, давай, сейчас, ну, и блин, это... Блин, лишь бы не выпал на гусеницах Бентли. О, шапочка за 3 ляма, спасибо. Я должен первым спасибо, выбить его на гусеницах спасибо, Бентли, спасибо, спасибо, лишь спасибо. Лишь бы ему не выпало. Ты вообще нормально, что ли? Я бы, наоборот, порадовался, если бы ты выбил. Оп, что? А, это красная шапочка. Так я бы тоже порадовался за себя, если бы меня выпало. Так ты засранец какой, а не, чтобы за друга своего порадоваться. Олег, надо выбить первому. Ну я понимаю, я понимаю, я понимаю, я понимаю. Ну вот мы сейчас. Мы сейчас и выбьем, Андрюша, ты не переживай. Поэтому, Олег, если не дай бог, не выпадет, ты считаешь, что это твой последний день. И не переживай, говорю, Андрей, мы сейчас и выбьем его. Так, ладно, я предлагаю начинать открывать быстро, соответственно. У нас Toyota, у нас Subaric, у нас. Да не будет. Ну смотри, давай объективно тоже думать. Мне кажется, что самое такое можно выбить листок и после рестарта, реально. Правильно. В то время, которое открываем, мы сейчас кейсы, типа, ну тут нереально, мне кажется, что-либо выбить вообще. И то, что мы шапочку закрывай. Тогда, наверное, да и не надо пытаться. Да, конечно, да, Андрюша, конечно, да. Мы всегда, пожалуйста, ну, как бы привыкли, да, бросать быть, на полпути, так сказать, тело, да, и не сражаться до самого конца. Конечно, Андрюша. О-о-о! Мурата, 7 лямчиков, спасибо, спасибо. Только бы не Бентли Урбан Танк, пожалуйста. Какой ты застрял, какой ультра-танк, какой умбер-танк, это нормально вообще? Ультра-танк Урбан, городской. Какой Урбан, это ультра-танк называется он, посмотри, как он называется, ультра-танк. Идиотина, даже не знаю, как он называется, а. Выбить хочет, то даже не знаю чего. Так, идем дальше, а. Ну давай, ну где, ну где? Ну что-нибудь нормально, пожалуйста, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну что-то же должно быть, ну пожалуйста, пожалуйста. Ну я знаю, нет, ну очучка моя сегодня подсказывала мне, что будет что-то нормальное, что будет что-то хорошее, что будет что-то... О-о-о, Верка Сердючка, спасибо, 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 охуенно, спасибо. Это так, ВАЗ-2101, Toyota, Труена, парень в черном, ну давай. Скутер, парень черно. Походу, Андрюха, все. Походу, реально все. Да. Походу. Походу. Че да? Че тут да, конечно, я не. О, Верка Сердючка, спасибо большое. Еще Верка Сердючка, два раза подряд, а третий раз подряд, может быть, нет, третий раз подряд не будет. А, вас 2101. Так, Олег, не надо там кричать, наебывать меня там. Не-не-не, я так не буду, я так не буду делать. Не, я только чисто по факту. Зачем я так делаю? Я знаю, я знаю. Зачем я так делаю? Система работает, за меня наебать. Не, зачем ты так делаешь? Скажи, пожалуйста, да? Я же не крыса, понимаешь? Понимаешь, Андрей, что мы так делаем. Я закричу. О, Верка Сердючка. Третья Верка Сердючка за один день. Нормально. По-моему, Олег, ты там не заигрался, по-моему, ты сказал 50 нет, тысяч. Нет, нет, так все. Мы еще 50, по-моему, не открыли. А сколько мы открыли? Погоди, открыли, а сколько мы? Уже, мы. Все. О, реально, все, мы превысили лимит на сегодняшний день. Ладно, друзья, я думаю, что на этом. Я думаю, что на этом моменте мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю серийку. Я надеюсь, вы кайфанули от ее просмотра. К сожалению, сегодня не было нереальных окупов, сегодня не было миллиарда. Ну так или иначе, сегодня мы неплохо так пооткрывали кейсы, выбили даже один. И даже выбили один нормально, такой очень даже редкий эксклюзив. Ну что, друзья, я надеюсь, вы кайфанули по полной программе. Обязательно поставили лайк и, конечно же, подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня был, как всегда, Олежа Кофе, Андрюшенька Индифай. Это был 7-й сервачок на Радмирчике. Заходите и играйте вместе с нами. Не забывайте вводить наши промокоды и не забывайте, конечно же, указывать наши никнеймы при регистрации. Тем самым получаете огромный бонус при достижении определенного уровня. Бэм! Я это и хотел сделать. Я хотел, чтобы ты попал в больницу. Блядь, Олег, все, друзья, а я тут не попал. А как тут ты ж вылетел через зубовое? Олег, водятел в жопу дать. Блин. Все, друзья, огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. И пока-пока.